Рекламно-информационная программа. Культпоход. Ну-с, все готово для того, чтобы начать познавательный, интересный, богатый на разнообразные призы культпоход. 12.06, Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Да, сегодня в центре нашего внимания Вятская филармония и те мероприятия, которые там будут в ближайшие предновогодние, новогодние, посленовогодние дни. Обо всем нам этом поведает Андрей Сандалов, художественный руководитель Вятской филармонии. Приветствуем вас. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Ну, как настроение там у нас в филармонии царит? Настроение предновогоднее. Рабочее, предновогоднее. Праздничное и рабочее в то же время, да, безусловно. Все сливается в одно. Ну, чувствуете какую-то суету вот накануне Нового года? Вы знаете, я даже не назвал бы это суетой. Это, скажем так, такие предпраздничные хлопоты. Их много. Они, скажем так, разноформатные хлопоты. Но, тем не менее, это приятно, потому что на самом деле, как говорят, наверное, самый лучший, самый волшебный праздник, он приближается, и все равно в душе... Я думаю, у каждого ощущение этого, безусловно, есть. А итоги года подводит филармония обычно? Или как? Или обходится вообще, без этого? В принципе, творческий состав живет концертными сезонами. То есть сезон у нас открывается в октябре, закрывается в мае, как правило. Ну да, с календарным годом он календарный не привязан. Календарный год подводит скорее финансовые итоги, да, но мы сегодня не об этом говорим. Ну да. Вот, поэтому мы живем сезонами, и Новый год у нас... так самый пик сезона. Это да, это центр, некий экватор концертного сезона. Ну давайте сразу будем скажем, что вот 28 декабря, к примеру, в филармонии будет новогодний голубой огонек. Формат, я думаю, известен каждому, да, привычное словосочетание. И мы, кстати... пригласительные на этот новогодний голубой огонек обязательно разыграем. Ну, давайте поедем с мероприятий ближайших. Давайте пройдемся по ним. С чего начнем? Ну что ж, коль вы начали с голубого огонька, я тогда продолжу сейчас про 28 декабря. Уже далеко не первый год к нам приезжают солисты фонда «Таланты мира» под руководством Давида Гвинеонидзе. Это лучшие исполнители, певцы, ну, имеется в виду и мужские голоса, и женские, которые выступают, исполняют самые различные произведения, но в данном случае, конечно, тематика новогодняя. Приедут к нам в этот раз три певца. Это Галина Сидоренко, меццо-сопрано, солистка Мариинского театра, Андрей Бреус, баритон, солист театра «Новая опера» и Государственного академического Большого театра России, и Антон Иванов, тенор, солист театра имени Станиславского и Немировича Данченко. Вот эти трое артистов будут выступать в сопровождении Вятского оркестра русских народных инструментов имени Шалябина под руководством заслуженного артиста России Александра Чубарова. Совершенно верно, да. Программа этого концерта, я получил вот буквально ее на днях уже окончательный вариант. Скажу такую вещь, что нет ни одного произведения, пожалуй, которое не знал бы широкий круг слушателя. То есть это очень популярная музыка, праздничная музыка, еще раз повторюсь, предновогодняя музыка. В том числе киномузыка. Безусловно. Потому что фильмов масса, связанных с Новым годом. Да, и после этого у нас традиционная танцевальная программа «Фойе». То есть действительно это вечер отдыха. Еще раз напомним, какое это число? Это 28 декабря, 18 часов. Называется «Новогодний коктейль». «Новогодний коктейль». Вот так назвали в этот раз артисты свою программу. Так, хорошо, светили это мероприятие. Давайте дальше пойдем. И я хочу сразу напомнить, что сегодня в розыгрыше пригласительный на это мероприятие у нас будет разыгрываться. «Таланты мира». Да, «Таланты мира». 22 декабря. 18 часов. Концерт вокально-инструментального ансамбля «Поющие гитары». Гитары или сердца? Ой, сердца, я прошу прощения, поющие гитары. Да, коллектив, да, который... Конечно, нет, конечно. Ну, извини, «Поющие сердца» в свое время тоже был очень популярный коллектив. Что ты? А кто раньше? Ну, раньше-то, конечно, гитары появились. Гитары были. Да, совершенно верно. «Поющие сердца», вокально-инструментальный ансамбль, известный в нашей стране, еще в Советском Союзе. Вот, и песни прозвучат, любимые, известные. Даже наши слушатели... Я что-то не вспомню сразу. Ну, название «Кто тебе сказал», например. «Ну, кто тебе сказал?» Да. «Придумал, что тебя я не люблю». Вот эти артисты дадут нам... что называется, концертную программу, мы будем наслаждаться песнями старыми, в том числе и советскими. Живой звук будет? Да, живой звук.
Ну, традиционно, по-моему, в нашем городе любят вот, ретро-музыку. Это на самом деле здорово, потому что песни тех лет, они же классные песни, на самом деле. Безусловно. Да. И в музыкальном отношении довольно. Мое мнение такое, что вот деградация некоторая происходит в популярной музыке, да? Вот в то время это было золотое время. Ну, когда, знаете, когда хиты умудряются делать на одном или на двух аккордах сейчас. Нет, ну дело не в количестве аккордов, слушай. Здесь дело вкуса. Ну вот советская музыка, вообще весь пласт советской музыки, да, мы сейчас абсолютно абстрагируемся от каких-то политических мировоззрений, да, нельзя не признать то, что действительно это вечно, то есть это уже практически классика. Вот. И на самом деле достаточно много слушателей являются поклонниками именно этого жанра, и на концерты ансамблей, ну вот подобного рода, да, именно с ретро-песнями, обычно слушатели ходят, их это очень интересует. Вы в курсе, там много из оригинального состава-то приедет? Ну, вы знаете, насколько я знаю по письмам, по переписке, да, и по афише, в основном оригинальный состав приедет, да. Но много еще. Бывает, случаются замены накануне, там, и с болезнью артиста, еще с какими-то там, возраст так, объективными уже, возраст причинами. Да. Уже, да. Поэтому тут уже, что называется, поживем, посмотрим. И пригласительные на этот концерт 22 декабря в 18:00 мы тоже разыгрываем сегодня. Если вы позвоните по телефону 211-101, вы правильно ответите на наш вопрос. Ну, розыгрыш мы начнем чуть позже. Да. Продолжаем. Ну что ж, я хочу отдельно остановиться на программе для наших маленьких слушателей. Уже много лет мы в филармонии под Новый год ставим мюзикл. Ну, значение, я думаю, нашим слушателям понятно, слово мюзикл. Вот. Но у нас есть некое ноу-хау. Впервые в Кирове мы сделали живой звук, в принципе. То есть у нас действие идет не под запись, под фонограмму имеется в виду, либо оркестр, либо какой-то группы. Да? У нас разбирается оркестровая яма, которая, к счастью, филармония оборудована, которой, и туда садится живой симфонический оркестр. Симфонический оркестр. Малый состав, правда, потому что яма не позволяет вместить 50 человек. Но полноценный состав, то есть все голоса без потери качества, так сказать. Абсолютно без потери качества, то есть и музыка пишется специально под этот мюзикл. Как правило, оркеструет произведение главный дирижер Константин Александрович Маслюк и дирижер Прохор Владимирович Паратасов. Оркестровки, партитуры пишут они к этому спектаклю. На сцене происходит действие. А музыка? Музыку мы берем, мы не пишем специально музыку для спектаклей, мы берем популярные песни, детские песни, но, тем не менее, хочу подчеркнуть, и год, что называется, за годом я убеждаюсь в том, что взрослым это не менее интересно, чем детям, поэтому, когда мы сейчас даем анонсы, я говорю всегда дети и их родители. Семейный такой вариант. Да, да. Недаром вот сегодня я принес в эту студию пригласительный билет именно на семью. Папа, мама и из расчета двое детей. Ну, да, что называется, 4 человека. У кого больше, у кого меньше, уже простите, но вот такой средний, что называется, вариант. Папа, мама, двое детей. Да, четыре человека. Да, поход в филармонию на детский спектакль для всей семьи. Все хорошо, еще не прозвучало название. Название, которое мне крайне понравилось, вот честно скажу. Название этого спектакля — «Новогодние приключения щенка по имени Бублик». Классно. Вот так называется этот спектакль. Если у меня будет щенок, я назову его Бублик. Перед началом программы Андрей Александрович раскрыл секрет, почему Бублик, потому что у него... Хвост Бублика. Хвост. Хвост такой. Ну, так, на самом деле у многих собачек хвост Бубликом, но ном-то ведь не приходит. Ну, а вот... И что там за произведение прозвучат? Можем об этом уже сказать? Произведение для спектаклей детских пишет. Вот сколько у нас их было уже, сколько лет, пишет Елена Романовна Преснецова. Она же является и постановщиком драматического, так сказать, части действия. И сюжет, знаете, очень добрый. Скажу буквально в двух предложениях. Одинокий бездомный щенок находит котенка друга. Сразу вспоминается известный мультфильм. Это какой мультфильм? Сейчас. Котенок по имени Гав. А, точно, точно, конечно. Да-да-да-да. Вот. И вместе, ну, что называется, они начинают дружить, вместе попадают в разные ситуации, совершенно достойнейшим образом из них выходят. И
в результате побеждает добро. И наверняка находят хозяев себе в итоге. Они находят друзей себе. Друзей. Они находят друзей себе. И главное, как я бы определил в этой сказке, это именно доброе начало. То есть вот именно, я даже вот, ну, не буду говорить, может быть, некими пафосными фразами, что добро побеждает зло там или что-то в этом духе. Это действительно добрая музыкальная сказка. Добрая. Ну, а в целом такой спектр чувств, которые зрители могут, там, будут испытывать, это где-то веселые моменты будут, грустные моменты. Безусловно, там, конечно. Ну, там, если будут приключения, то, может быть, какие-то и страшные моменты. И страшные. Даже. Вот, да, ну, приключения, конечно, риску, уже само название рисковать, подразумевает под собой, да, некие интриги, может быть, какие-то загадочные ситуации. Но, тем не менее, все закончится хорошо. Мы разыгрываем... Ну, Новый год по-другому и быть не должен. Да. Безусловно. Мы разыгрываем билеты на этот мюзикл 4 января в 14:00. Новогодние приключения щенка Бублика. Но это не единственная, да, дата? Не единственная дата. Начинаем премьерный показ у нас 30 декабря. В предпоследний день уходящего часов, года. Да. И 3, 4, 5 января в 11 часов и 14 часов. Мюзиклы вот этой филармонии, они традиционно пользуются спросом, да? Вы знаете, да. У семей. Да, в связи с тем, что, как я уже сказал выше, это проходит уже несколько лет. Первый раз мы, во-первых, сами очень волновались, боялись, как это будет, потому что все равно, так или иначе, это претензия, и совершенно конкретная претензия на музыкальный театр. Вот, в городе у нас нет музыкального театра. Почему я и сказал ноу-хау? Потому что впервые мы еще и с живым оркестром, да, это сделать. Тоже вполне полноценный именно... музыкальный театр получается. Да. Мы волновались, но как-то, вы знаете, вот я уже с уверенностью могу сказать, что на сегодняшний день мы уже имеем своего слушателя, который придет к нам уже гарантированно. А идея от кого исходила? Как-то вы знаете, вместе к этому, наверное, пришли с коллегами. Да, мы пришли к этому вместе. Потому что раньше мы делали, ну, скажем так, по старинке, как это обычно делается, записывается музыка, и под музыку, ну, что называется, уже происходит действие на сцене, да. Вот. Но в чем прелесть музыкального театра? В чем суть вообще музыкального театра? Что это рождается здесь и сейчас, все вместе. Потому что вы прекрасно понимаете, если включишь фонограмму, она сыграет 100 раз одинаково, 100, 200, сколько угодно, пока не сломается устройство, которое ее проигрывает. То есть каждый показ уникален. Вот, а здесь, вот, да, каждое представление... В следующий раз уже будет иначе. Да, следующий иначе. Да. Ну вот не то, что это по-другому. Все равно это будет... Конечно, по-другому. Все равно у артиста другое настроение, да, и звук другой. Какое-то настроение, душевное состояние. Это будет другое. Каждый конкретный музыкант там где-то громче сыграет, да, где-то тише в следующий раз. Такие эмоциональные очень акценты. На мой взгляд, это дорогого стоит. Именно. И самое главное, что вот эти эмоции, которые именно рождаются, они передаются в зал. То есть и слушатель, сидя в зале и смотря, допустим, этот спектакль, он тоже несколько иначе все это переживает. Потому что, ну, все мы живые люди. И некие, ну, не очень, может быть, люблю это слово, флюиды, да, они передаются со сцены, из оркестровой ямы, они передаются в зал. Так, нам пора сделать небольшую паузу. Андрей Сандалов, художественный руководитель Вятской филармонии, рассказывает нам о мероприятиях, спектаклях, концертах, которые будут в ближайшие дни в нашей филармонии. Мы розыгрыш начнем очень скоро уже. Культпоход. Давайте добавим, раз мы тут про Бублика говорили, вы хотите что-то добавить, Андрей Александрович? Там сюрприз какой-то будет, да? В этом году впервые мы сделали, ну, как сейчас молодежь выражается, некую фишку. После спектакля, как правило, у нас еще интермедия в фойе, то есть примерно минут на 30-40, хороводы вокруг елки, ёлка, игры, да, Новый год, и свой сценарий на самом деле, где тоже присутствуют персонажи, которые были в спектакле. Но после того, как закроется занавес на сцене в концертном зале, мы хотим каждый спектакль провести розыгрыш. Три наших спонсора предоставили нам подарки для наших маленьких слушателей. И розыгрыш происходит по билетам. По местам. По местам, да.
То есть там, условно, амфитеатр, ряд такой-то, место такое-то, все бумажки с номерами мест, с номерами, да, с обозначением мест, они находятся в барабане. Я думаю, что мы вызовем независимого человека из зала, чтобы не подумали, что мы здесь куда-то подсадные, да, то есть любой, кто захочет, выйдет, мы раскрутим барабан, он достает, соответственно, человек, который играет, достает бумажку, озвучивает, что называется, ну, и дальше вот спонсоры наши — это Юркин парк, Музей истории мороженого «Артико» и шоколадная фабрика «Криолла». Ага. Ну, соответственно, это возможность будет посетить эти вот упомянутые учреждения. Угу. Ну, интересно. Конечно. Любопытно. Очень, очень. Интрига, опять же. Очень так по-новому. Просто так сидишь, а вдруг повезет. И это будет делать Дед Мороз. Проводить розыгрыш. И уже дальше Дед Мороз пригласит всех присутствующих в фойе второго этажа, где, как я вам уже сказал, будет происходить еще один небольшой спектакль, но уже вокруг елки. Угу. Так, хорошо, мы сейчас дадим возможность Андрею Александровичу немножко передохнуть. Нам нужно озвучить призы. 211-101, внимание. Что ж мы сегодня разыгрываем? Да. Итак, драматический театр, наш любимый, Киров.лес, это завтра, 16 декабря. 17.00 и «Ханума» в воскресенье, 17 декабря, 17.00. Ограничение у первого спектакля 18+, у второго 12+. Либо в театр на Спасской вы можете выбрать билетик в случае правильного ответа. Это премьера «Тайны волшебной страны». 3 января, 2 часа дня. 6+, ограничение, детский музыкальный. Музыкальный, кстати, да, тоже. Мы специально рассказывали о нем, кстати, тоже, да, в культпоходе. У нас есть пригласительное в кинотеатр «Смена» или «Дружба», но на любой фильм, который вы выберете. Теперь книги. Книги. У нас книг много. У нас книги от магазина «Читай город». Это «Майя Кучерская», «Ты была совсем другой», 11 городских историй. Вот я хочу показать эту красивую книжку. Удивительные истории с настоящими героями, судьбами, болью, радостью. 16+. Том Нилан, «Битвы за еду и войны». Роскошная книга совершенно. Вот посмотрите, если кто прекрасно смотрит. Прекрасно иллюстрированный, да, кулинарный детектив. Кулинарный детектив. С элементами энциклопедических сведений. Читайте, вы узнаете. К примеру, как лимонад спас Париж от чумы, как выглядел ужин в средневековой Европе, как появились бульонные кубики или как ужин способствует началу революции и многое другое. Какой. Хоть не ужинай после 12+. Этого, да. Есть книга Виктора Петровича Савиных «Салют 7. Записки с мертвой станции». Я не думаю, не надо рассказывать. О чем эта книга? Зачем эта книга 16+? Да. Это очень классная книжка вообще. Эти и другие книги, да, вы можете найти на Преображенской 65 и на Ленина 103А. Соответственно, есть... театр «Икры». Да, пригласительные билеты на выставку «Пирелли» на 3 персоны. Это в выставочном зале художественного музея на Карла Либкнеца 71. Пригласительные на 2 на выставку Анатолия Белика в выставочном зале художественного музея на Карла Либкнеца 71. Ну, еще раз повторимся, да, призы от филармонии: 22 декабря 18.00 «Поющие сердца», 28 декабря 18.00 «Таланты мира», 4 января 14.00 мюзикл «Новогодние приключения щенка Бублика», на четверых на семью. Да, да, на семью. На и семью. Новогодний «Голубой огонек» еще у нас имеется. 28... А это как раз и есть «Таланты мира», 28 декабря 18.00. Да, простите, да, да, это, да, вот так точно называется. Точно. Пожалуйста, давайте. Ну что, задайте слушателям вопросик. Пытать или не пытать очень. Ну что ж, опять-таки, так как я из организации музыкальной, вопросик у меня будет музыкальный. Как мне кажется, не очень сложный. Вот мы говорили сегодня о музыкальном театре. Соответственно, певцы, артисты, мужчины и женщины, то есть женские голоса и мужские голоса. И вот сейчас я попрошу наших слушателей назвать женские голоса, как они называются, от самого высокого до самого низкого. Их на самом деле всего 3. Что, на самом деле вопрос не самый сложный. Да. 211-101. Разновидности женских голосов, женского вокала, от самого высокого до самого низкого. Всего их 3. Ну, можно и наоборот, от самого низкого до самого, пожалуйста, высокого, я думаю, ответ будет все равно зачтен. Да. Как удобнее. Проще, удобнее. Да, в любом, пожалуйста, порядке их всего 3, то есть назвать 3 голоса женских. 211-101, ждем ваш. Давайте вместе разбираться. Ну, я думаю, сейчас люди уже приедут. Как мы говорим, открывашки, открытие сейчас будем делать. Да, не успел я сказать, что сейчас все прильнули гаджетом, как уже люди уже отвечать готовы. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Андрей Жигалин. Андрей Жигалин. Андрей Жигалин, ну ясно, Андрей Жигалин. Ну что, Андрей, давайте ваш ответ. Так, сопрано, меццо-сопрано, и я так понимаю, дисконт. Что последнее было? Дисконт. Нет. Последнее название неправильно. Так. 5 секунд на подумать. Самый низкий женский голос. Остался самый низкий женский голос.
Контральта. Совершенно верно. Контральта. Я уж думаю, в кои-то веки Андрей даст неправильный ответ, а? А вот фигушки. Да, фигушки, да, понял, спасибо. Ну хорошо, давайте вперед, выбирайте, куда пойдете. Или книжку, или книжку. Так, а вот на Спасску какого числа? Театр на Спасской имеется 3 января в 2 часа. Ага. Нет, тогда новогодний коктейль. Новогодний коктейль. Коктейль, они же «Таланты мира», он же «Голубой огонек», 28 декабря, 18.00. Готовьте стихи, Андрей, про Новый год, да? Ну все, спасибо большое. Они кладут трубочку, вам объяснят, как получить ваш пригласительный билет. Отлично, запомнили. Разновидности голосов, да. У меня тоже про голоса. Я сегодня не буду долго рассказывать, сегодня буду звучать музыка группы «Битлз». Я буду просто спрашивать, кто эту песню конкретно поет. 4 варианта ответа всегда. Джон, Джордж. Пол или Ринго, сам забыл. Ну и все, давайте первый пример. Простая старая песенка Орлова, Бетховен, да. Кто-то вот ее один из четверых поет. 4 варианта ответа, поэтому угадать всегда можно. Ну, вот уже желающие есть ответить. Владимир. Нет, подождите, а как обычно подписывается песня? Битлз и название композиции? Или подписано, кто конкретно исполняет? Если кто-то держал в руках винил, на виниле всегда написано, кто поет конкретную песню. Понятно, просто сейчас... Вот. А во-вторых, как бы тембры достаточно разные, хотя иногда сложно довольно. Ну, здесь есть желающие ответить уже. Добрый день. Добрый день, Николай меня зовут. Да, Николай, две попытки у вас. Я так думаю, это Ринго Стар. Так, первая попытка неудачная, осталось 3 имени. Ну, тогда, думаю, Пол Маккартни. Так, значит, все, к следующему будет легче отвечать, вы, к сожалению, ответили неправильно. Увы. Вот, остался увы. Джордж, остался Джон. Джон. Кто-то из них эту песенку пел. Джон. Причем самое интересное, да, Джордж. На самом деле, когда они были молоды и играли в Гамбурге, то ее пел в основном Джон, потом им надоело. Надоело эту песню. Почему? Петь просто. Ну, надоело, они постоянно ее пели. Орлова, Бетховен, популярная песня. И он отдал ее, да, другому исполнителю. Ага. Вот следующий желающий. Добрый день. Добрый день. Ну, давайте. Да, как вас зовут? Наталья. Да, Наталья. Участница постоянная тоже. Джордж. Совершенно верно. Эту песню дали Джорджу Харрисону. Сказали, что ты там стоишь с гитаркой своей, ковыряешься, пойка лучше. Ему, кстати, было очень трудно. Они когда записывали ее, они загнали ритм. Темп быстро очень стали играть. Парень едва успевал буквы произносить. Но ничего в итоге получилось нормально. Не сбился ни разу. Вы совершенно правильно ответили. Наталья, выбирайте, что хотите получить. 22 числа. Филармония. Поющие сердца. Поющие сердца. Да. Ну, кто тебе сказал? Отлично. Не кладите трубку, да, еще раз с нашим редактором пообщайтесь, расскажут, куда нужно прийти за билетами. И перед рекламой, да, перед рекламой я успею задать вопрос. Сегодня Международный день чая, у меня сегодня вопросы с чаем будут связаны, с вашего позволения. Чай, как известно, самый популярный напиток в мире. Номер 2 в этом списке. Кто? Какой напиток? Что, вернее, никто? После чая? Да, после чая. Идет? Да. Но тут, видимо, у каждого свой должен быть. Ну вот я об этом прочитал, я, честно говоря, не очень удивился, но, в принципе, любопытно. Вот чай – самый популярный напиток в мире. Это вопрос, напоминаю, в честь Международного дня чая, который сегодня празднуется. А кто менее популярный? И на втором месте. На втором месте по популярности, да. Ну, две попытки у вас будет, мы одной попыткой не ограничиваемся. 211-101, давайте. Зато можем узнать вкусы наших слушателей, да? Интересно, да? Класс, тем более, что для кого-то может быть и не чай самый главный напиток. Так у нас жизнь такая в России. Ну что, Владимир. Алло, добрый день. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Надежда. Надежда, ну давайте, две попытки у вас. Попробовала свой второй любимый напиток, это кофе, популярность. Увы, энциклопедии не кофе там имеют в виду на втором месте. Ну, как бы логичный ответ, но вы варианты? Варианты? Да. Нет, давайте без вариантов попробуем. Вот ваш вариант. Смотри, кстати, пятничный вопрос. Тогда сладкие напитки. Сладкие? То есть газировка какая-нибудь, лимонад? Нет, к сожалению, неправильно. Нет, к сожалению, неправильно. Давайте еще будем ждать желающего ответить на этот вопрос. Второй по популярности напиток в мире. Вопрос пятничный подсказываю. Вопрос пятничный, наконец недели, там можно расслабиться, вот так подскажу. Сейчас уж прям откровенно подсказал. Ты почти уже все сказал, да. Но там тоже есть выбор. Да. 211-101. Ждем. У нас призов огромное количество. Мы сегодня вряд ли все успеем разыграть. Но обычно мы не успеваем. Да. Алло. Добрый день. Добрый, как вас зовут? Денис. Давайте, Денис, сходу правильный ответ. Я думаю, что это вода. Нет. Ну как? Вода не является напитком. Ну, воду, конечно, пьют. Это жидкость. Тогда пиво.
Во, вот это правильный ответ. Представляете, пиво второй по популярности напиток в мире после чая. И только потом уже там кофе и так далее. Если учесть, что пиво появилось раньше чая, что ж удивительного. И спасало, кстати, тоже людей от чумы. Несло такую благую роль. И жару тоже. Да-да-да. Ну что, куда хотите пойти? Или книжку, может, хотите получить? Так, а какие варианты есть? Так много вариантов. В театр, давайте определимся. Например, в театр можете пойти или на выставку. Вот в театр хотите. Или в кино. Или в кино хотите. Кинотеатр «Смена» или «Дружба». Пойдете в кино? На любой фильм, любой сеанс. А в филармонию нет билета? Да почему? Есть. А у нас остались только... Новогодние приключения щенка Бублика у нас на всю семью, на всю семью, да. Семья у вас большая. Пойдите 4 января. Давайте. Отлично. Все, отлично. Вот. Андрей Александрович, разобрали все билеты. Четыре места. И великий, большой очень шанс выиграть лотерею. Сразу 4 места. Да. Поздравляем вас. Не кладите трубку, пообщайтесь с нашим редактором. Ну, а мы быстро на рекламу и продолжим наш разговор. Еще про костел нужно еще поговорить, да, как подразделение, так скажем, да, филармонии, подведомственное учреждение. И скоро вернемся. Культ поход. Много мы уже чего успели осветить, я имею в виду мероприятия, концерты, мюзикл даже в филармонии, все это в ближайшие более дни. Более того, мы уже успели разыграть все пригласительные билеты, которые были в филармонии, вообще мгновенно, да, как корова языком слизнула. Да, но у нас еще есть театр, у нас еще есть выставки, у нас еще есть книжки, у нас еще есть кино, так что билетов много. Но перед этим все-таки давайте, Андрей Александрович, вы расскажете о том, что будет проходить еще и в костеле в ближайшее время. Как вы знаете, уже несколько лет концертный зал органной и камерной музыки является подразделением филармонии, чему мы очень рады. Пользуясь случаем, я передаю привет своим коллегам из Александровского костела. А что передавать? Тут дайте 3 минуты. Ну, тем не менее. Зайдете потом после эфира. Он уже долетел. И, безусловно, костел... Наше подразделение тоже готовится очень активно к Новому году. У них тоже традиционные музыкальные спектакли, которые идут под орган. Это тоже своего рода ноу-хау. Да. Потому что в Кирове больше такого нет. Да и не в каждом городе это есть. Не только в Кирове. Там небольшой концертный зал. Он вмещает, безусловно, небольшое количество публики. Но, тем не менее, совершенно полноценные музыкальные спектакли артисты Александровского костела могут себе позволить поставить. И спектакли эти начинаются уже буквально в ближайшее время с 24 декабря по 8 января. Там будет достаточно много спектаклей. Очень большой популярностью они пользуются. Билеты практически уже все разобраны. Так что, уважаемые слушатели, я прошу, если кто имеет такое желание посетить сказку в Александровском костеле, пожалуйста, поторопитесь. Также после Нового года, 3 и 4 января 2018 уже года, в костеле пройдут рождественские вечера. Там будет звучать арфа и орган. Будут две одинаковые программы, 3 и 4. Музыканты наши? Кировские. Музыканты московские. Надежда Сергеева арфа и Олеся Коровченко орган. Артисты из Москвы. И хочу добавить, что 10 января в филармонии в Большом концертном зале тоже состоится рождественский концерт, в котором будут принимать участие артисты и творческие коллективы Вятской филармонии. Отлично. Вот такая программа. Выбирайте, куда вам в филармонию, в Александровский костел. Или туда, и туда. Или туда, и туда лучше всего, да. Богатая программа, да, действительно. Давайте продолжим розыгрыш. Еще один вопрос нашим слушателям. Ну что ж, дорогие друзья, коль сегодня мы говорим о музыкальном театре, и первый вопрос был связан с женскими голосами. С женскими голосами. Как вы думаете, каков будет мой второй вопрос? Я не задаю это как вопрос, но честно, я его озвучиваю. Пожалуйста, будьте так добры, назовите мужские голоса с самого высокого до самого низкого. Мне тут, честно говоря, полегче. Тут сразу. Ну, как тебе сказать, тут тоже есть свои маленькие. Тоже, да. Тоже три. Ну, вообще, их, вы знаете, 5. 5 вообще-то? Угу. Но мы чего будем? Ну, можно сказать 4. Можно сказать 5. Вот желающие-то уже есть, видимо. Ну, давайте. Давай, я слушаем. Хорошо было бы, если еще слушатель продемонстрировал нам, да. Все 5, да? Все 5. Алло, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Андрей. Андрей, ну, давайте, вперед. Откуда, снизу? Так, голоса, да, мужские? Да, мужские, да. Тенор, альт, фальстет. Еще один, да?
Не знаю. Вы называете. Так. Вы за рулем. Так, так. Я за рулем еду. Ага. Так, тенор, альт, фальцет. Фальцет, это называется Тресняков, да, Володя? Фальцет. Тенор. Баритон, конечно. Баритон. Еще один. Еще один, да? Ага. Так. Еще один. Может, какая-нибудь подсказочка? Наводящий вопросик? Да короткое слово из трех букв. Простите. Приходит другое, на ум, конечно. Сейчас я попробую собраться. Так. Бас, конечно, бас. Ну вот я имел в виду. Ну а сейчас Андрей Александрович вынесет свой вердикт, насколько это было. Вы знаете, к сожалению, вы сказали не совсем правильно. Во-первых, вы назвали, не назвали, точнее, самый высокий мужской голос. Во-вторых, альт — это не мужской голос. Так, женский. Нет. Ну, альт это, в принципе, тип женского. Ну, смотрите, ну, тенор, баритон, бас. Тенор, баритон, бас, это правильно, да, безусловно. Это правильно. Да. Но есть, вот я говорю, можно, так сказать, ограничиться самым низким голосом, басом, хотя есть еще ниже голос. Вот, а, но низкий? Еще так. Есть ниже голос, да. Но самый высокий вы не назвали. Самый высокий. Самый высокий мужской голос. А фальцет это вообще, что называется, не стоппер. Это другое. Ну, это ладно. Другое. Фальцет давайте, есть практически у давайте, каждого из нас. Давайте снисходительными будем, боже мой. Большинство все-таки из пяти названо. Три из пяти названо. Давайте озвучим. Самый хорошо, высокий, самый высокий. Может быть, контр-альт? Так. Ну, почти, но не альт. Альт не мужской голос, я еще раз повторюсь. Ну, если у нас тенор высокий, то ну, самый высокий. Контртенор. Ну, конечно, да. Контртенор. Ну, давайте будем считать, что выиграли просто для сведения. А самый низкий? Самый низкий бас профунда. Он поет еще на октаву ниже, о, чем бас. Профунда. Вот. Это поэтому, ну, основание, будем сам. Считать, что вы на такое, вопрос такое ощущение вот этих вот крайних вот голосов. Их вообще, да, профундис, это полотенце из глубины. Да. Там, это вообще кошмарный есть. Голос. Вот да. Этих крайних голосов очень... обладателей мужчин. Мало, да, таких, крайне редко, вот мало, да, об этом хочу сказать. Крайне редко, но тем не менее подразделение такое существует. Природа как-то вот там, да, у человека должна. В общем, мы признали вас победителем. Ладно, давайте, выбирайте, что хотите. Ну, если можно, поющие сердца. А нет, уже билетиков уже нету, на поющие к сожалению. Сердца, уже кончились. Тогда осталось... Из филармонии ничего не осталось. У нас есть кино, есть театры, есть книги. И театр какой-то, у меня ребенку 4 годика, сыну. Театр. Ой, отлично, вот премьера «Тайна волшебной страны» 3 января в 2 часа. Музыкальный... А где? В Тюзе. В театре на Спасской. В театре на Спасской. Ну, сходим, конечно. 3 января в 2 часа. Отлично, все отлично. Ой, как получить билетики, где? А вот вы сейчас пообщаетесь с нашим редактором. Он вам все объяснит. В эфире, чтобы время нам не терять. Николай, следующий вопрос. А у меня опять вопрос простой. Кто из четверки Битлз поет вот эту песню, которая сейчас прозвучит? I say it just to reach you, Julia. Julia, Julia, ocean child, call. Ну и четыре варианта ответа, как всегда. Джон, Пол, Джордж или Ринго. В общем-то, угадывайте, и пожалуйста, и у вас есть прекрасный шанс, да? Две попытки на каждого. Да, две попытки. Вот. Соответственно, первый больше рискует, дозвонившийся, оказаться. Ну, в принципе, шансы у всех равны. Mm-hmm. Во-вторых, как бы я все-таки думаю, довольно-таки просто. В данном случае очень просто. Что вот за песня? Давайте поет. Про песню расскажем. Песня «Джулия». Это песня 68-го года, с белого альбома, так сказать. Очень интересная по тексту, очень красивая по гармонии. И вот уже желающие. Джулия — это девушка, возлюбленная? Там очень сложно сказать, сложно кто она. Там есть всего по чуть-чуть, но это уже отдельный разговор. Такой. Так, собирательный образ какой-то. Собирательный некий образ, да. Одновременно и тетушка, которая воспитала исполнителя, и его возлюбленная тоже тут присутствует, как океанское дитя. Есть желающие ответить уже? Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, кто же это поет-то у нас? Как вас зовут, вернее, сначала? Ой, да. Елена. Елена, кто же это поет? Попытка номер один. Пусть Пол. Так, Пола отметаем. Это не Пол. Мимо. Остались Джон, Джордж и Ринго. Джон. Вот теперь все правильно, а ты говоришь, у первого шансов мало. Прекрасно. Ага. Отлично. Конечно, это поет Джон Леннон. Поздравляем, да, поздравляем вас, да. Композицию. Что бы вы хотели получить из того, что у нас осталось? В кино. В кино прекрасно. Кино есть у нас еще. Пригласительное в кинотеатр «Смена» или «Дружба» на любой фильм, на любой сеанс. «Смена» или «Дружба». Не кладите трубочку, вам объяснят, как спасибо. Получить пригласительный билет. Ага. Так, продолжаем. Про Международный день чая, да? Да. А, такая легенда мне попалась. Такая... Занятная такая. Вот легенда это говорит, там конкретная страна европейская даже не упоминается. В общем, когда много-много лет назад чай в Европу завезли, не знали, что с ним делать. Угу.
Его не заварили, а что-то из него приготовили. Какое-то блюдо. Вот что это за блюдо? С чего начали знакомство с чаем в Европе? Да, и вот есть такая легенда, оказывается. Ну. Не заварили, а что-то приготовили, и якобы какому-то одному из европейских монархов это все на стол поставили еще. И остались живы после этого? Не знаю. Тогда порядки-то лютые были, могли ведь и налететь. Да. Ну, давайте вместе подумаем, что можно приготовить из этого всего. Так чай-то был в каком виде? Ну, чай — это растение, да? Я понимаю, я знаю, что такое чай. Просто вопрос такой, что им привезли-то в Европу что-то. Ну, давайте свежие вместе... листья или сушеные уже, вот уже сферментированные. Вот это не знаю, к сожалению. Неизвестно, да? Ну, смотрите, будем исходить из того, что чай — это растение. Чем мы готовим из растений обычно? Ну, правильно, у нас да, уже есть желающие уже угадать. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Михаил, да. Что мы обычно готовим из растений? Ну, я думаю, что салат. Правильно. Вот есть такая легенда, из чая приготовили салат там. Сомнительное удовольствие, да? Не знаю, не пробовал. Приду домой, попробую, слушай, в конце концов, да? Что съел монарх? Где только найти настоящий чай? Не ферментированный, не высушенный, да. Отлично, куда пойдете, что выбираете? Или книжку? Кино осталось или нет? Нет, кино, к сожалению. Кино кончилось. Кино больше не будет. Книжку тогда. Книжка. Какая? «Майя Кучерская», «Ты была совсем другой». Том Нилан, «Битва за еду и войны культуры». Отличная книжка, кстати. И Виктор Савиных, «Салют-7. Записки с мертвой станции». Наш земляк. Да, я понял. А «Битва за еду» же... Это очень красивая книга, это история, это кулинарный детектив с элементами энциклопедических сведений. Рекомендуем, на самом деле. Очень вам, красивая книга, очень красивая. «Как лимонад спас Париж от чумы», «Как выглядел ужин в средние века в Европе», «Как появились бульонные кубики», «Как ужин способствует началу революции». В общем, такая научно-познавательная, ну, не только научно, познавательная в основном книжка. Очень красивая, кстати. Правда, очень красивая. Берите, не пожалеете. Да, возьму. Все отлично. Не кладите трубочку, объяснят, как вы получите эту книжку. А меж тем у нас и время-то уже культ похода. Как всегда, пролетело. Да. Не успели оглянуться. Финальное слово, Андрей Александрович. Приглашайте в филармонию, чтобы не скучали люди в новогодние и предновогодние дни. Ну что ж, финальное слово. Безусловно, дорогие наши слушатели, я поздравляю вас от имени всего нашего учреждения Вятской филармонии с наступающим Новым годом. Как я уже сказал сегодня, действительно самый лучший, наверное, праздник, праздник волшебный. Новогодняя ночь, когда загадывают желания, когда верят в лучшее, когда хотят, чтобы все какая-то негативная информация, какая-то вообще происходившая осталась позади, чтобы оно больше никто не вернулось. Я желаю всем вам счастья, чтобы все ваши желания исполнились, чтобы вы были здоровы, вы и ваши близкие. И, конечно, я приглашаю вас к нам в наш большой концертный зал на наше мероприятие, в концертный зал органной и камерной музыки на предновогодние мероприятия. И еще раз скажу, я желаю вам, чтобы у вас все было хорошо. Счастья вам, большое спасибо. Вас тоже наступающих творческих успехов. Тоже, чтобы у вас все было хорошо. Вам, вашим коллегам, да. Ну, я думаю, не знаю, встретимся мы еще до Нового года, но после этого Нового года точно и неоднократно. Обязательно и неоднократно. Да, спасибо большое. Завершается на этом культпоход. Андрей Сандалов, худрук Вятской филармонии. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. Всего доброго. Культпоход.